С апреля стартует весенняя призывная кампания, сообщили в правительстве Кировской области. В прошлом году на срочную службу вооруженные силы было направлено более 2500 призывников из нашего региона. С 1 апреля 2024 года начнется очередная призывная кампания, главным изменением которой является повышение призывного возраста. В армию будут призывать граждан с 18 до 30 лет. Военный комиссар Кировской области Геннадий Боков отметил, что задача на предстоящую весеннюю кампанию – призвать более 1500 человек.